Здорово, друзья! Давно все просили сыграть меня ДД мечом, потому что его бафнули, апнули, и как бы он сейчас очень неплохо смотрится. Поэтому у нас есть хорошая колода, я играл ей пару раз на стримах, и хочется сейчас найти нормального соперника, чтобы протестировать. Скажу сразу, ДД мечом играть сложно, особенно против куртки на ману, когда ребята с ней играют, у вас просто не будет ни стаков, ничего, вы не сможете почиститься. И в идеале, конечно, играть с русалкой, но уже все выучили, что русалка у меня плохая, поэтому будем играть зевсом. Сейчас полетим в ПВП, то есть в тренировку играть не будем, будем реально смотреть в ПВП, как он будет играть, что он сможет, и делать какие-то выводы. Поэтому сажись поудобнее, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза и будем начинать. Друзья, очень часто я на стримах и в чатике вижу, что ребята не знают, где закупаться в Рашаяле, поэтому для вас открываю маленький секретик. Ну, для кого-то он же не секретик. Существует сайт VK Play Shop 1.4.8, стандартный сайт, где вы можете купить, это официальный сайт разработчиков. Любое предложение, которое, в принципе, захотите. Еще совсем недавно разработчики добавили приятный бонус в 10% бонусов при покупке на каждое предложение. То есть, если вы хотите купить 5500 кристаллов, вы покупаете предложение, плюс он идет 10%, то есть 550. Чтобы это купить, вообще ничего сложного не надо. Мы нажимаем тык-тык, выбираем свой ID в игре, выбираю свой ID. Здесь есть вариант ввести секретное слово, вы можете ввести мое секретное слово, я буду безумно благодарен. Когда вы вводите мое секретное слово и дальше оплачиваете покупку, мне приходит уведомление, я вижу сообщение, которое дальше вы можете написать здесь. Пишем «Ты молодец». Вот, я увижу, что я молодец, вы напишите, я увижу, и, в принципе, все сообщения, которые мне приходят, я вижу, и безумно благодарен, потому что для меня это прям огромная поддержка и мотивация для делания видео и стримов. Все, дальше нажимаем «Отправить», вылетает окошечко с покупкой, где мы можем выбрать любой удобный способ оплаты. Здесь есть Киви, здесь есть Сбер. Карты подходят некоторые белорусские, украинские, российские, в принципе, как хотите, так и платите. Вот. Ничего сложного, невозможно совершить платеж, но это у меня проблема, у вас все будет отлично. Всем спасибо и переходим к видео. Так, находится у нас игра, и из соперника это монах, как раз таки с мечом и русалкой. Хороший пример, хорошие у нас упали точки, поэтому... А, блин, кривовато. Вот это вот плохо. Один меч упал криво сразу, блин, и он сразу древний. Первый меч, который всегда падает на столе, он сразу древний. Здороваемся с человеком. И всегда хочется, чтобы он упал сразу в нормальную точку. Но он упал в точку не туда немного, куда нам надо. Поэтому будем аккуратненько пересобирать все это дело. Чтобы подставить пробужденный, точнее древний меч сразу вот в эту вот штучку. Так, все отлично. Нападали нам мечи, надо 8 слияний наделать. Так, раз, два, уже 4 есть. Надо еще какой-то второй меч найти. Так. Куртка у него на скорость. Отлично, на скорость без макса вета. Поэтому можем с ним нормально посражаться. Это сюда, это сюда. Оп. И вот наш древний меч. Все, отлично. Сюда по центру поставим ведьму. Ведьма тоже будет апаться. Качать нам здесь слияниями ничего не надо, поэтому можно смело ставить и забывать на всю игру. Так, немного не то. Немного не то, поэтому продолжаем. И почему я играю через три меча? Потому что вроде бы глаза, если не x2, то они кидаются в два меча. Три это вот золотая середина, можно, конечно, пробовать в 4. Но опять же, это в 4 меча, вам надо подставить вторую ведьму. Не факт, что они нормально прям раскачаются. Поэтому 4 меча мне не нравится. Вот 3 вы ставите и более-менее качаются стаки. Поставите 4, попадется соперник с курткой на ману. И вы эти глаза просто никогда себе не накопите. Так, что не, надо убирать оттуда, по-любому. Вот, даже с курткой на скорость, на первой волне мы сделали только первый древний меч. Кстати, у него карманное зачарование, это, блин, печально. Печально, надеюсь, оно работать не будет, забакается как-нибудь. Хорошо, что у нас еще точки так пересеклись. Если бы они у нас стояли просто мечи на точке амулета роста, как ставят некоторые, то он бы просто понижал, и мы бы не успевали их раскачивать. Так, сейчас выставимся и начнем качать, будем прожимать зевса, и все будет отлично. Так. Хорошо. И надо найти сюда тоже мечей. Меч. Оп, хорошо. Смотрите. Раз, два. Еще один.
Все просто, на каждое восьмое слияние появляется древний меч. Ничего сложного в этом нет, раньше было каждые 10 слияний. Просто нужно смотреть на счетчик и аккуратненько соединять в ту точку, куда вам нужно. Вот уже два меча хороших у нас есть, тут даже 6 глазиков. И под ведьмой с ловчим, я думаю, все будет нормально. Также я взял очищение, потому что вот этот вот талант, который при выходе босса выкидывает глаза, каждый меч, он не кидает эти глаза мечу, он кидает рандомным пешкам, а рандомным пешкам он не нужен. Поэтому лучше взять очищение и спокойно очищаться, зная, что не надо рассчитывать на какое-то контрзаклятие или что-то еще. Блин, хочется убрать вот так. Хотя контрзаклятие все равно у меня неплохо летит. Как-никак три легендарных. Но не стоит на них рассчитывать. Не всегда они так хорошо летят и будут лететь. Пока их не починят. Так, хорошо, что у него нет 15-го призыва. Душитель у нас не будет. Оп, оп. Спасаем. Два слияния. Подкачаем сразу ведьму. И после того, как выставим мечи, просто начнем копировать их без разницы, где угодно, и соединять между собой ведьм. 30 стаков ведьм, одна ведьма у нас будет стоять, 3 меча, 4 ловчих где-то мы выставим, а все остальное будем тратить на мечи, чтобы потом уже просто чистить под боссов, потому что призыв очень быстро растет в этой колоде, а мечи бывает просто иногда не падают, даже с учетом того, что у нас есть Арлик. Как-то он быстро начал выставляться, хотя у него уже 10 глаз есть. Не, быстро-быстро он копит глаза. Я опять смотрю на свой провод интернета. Не доверяю я ему. Так, пока сюда ловчего подставим, потом уберем чуть что. И вот по сравнению с тем, как играл древний меч раньше, сейчас урона действительно в разы больше. Вот этот вот баф, который он получил, теперь 200% от значения каждого меча. Раньше было намного меньше. Ну, не хочет оно мне давать меч. Вот этот я, конечно, найду. Чтобы сделать последним слиянием туда древний. Но до этого надо еще найти каких-то первых, там, не знаю, вторых, насоединять. Ну, там все, там по барабану. Там сейчас накопятся глаза, раскачается амулет. Оп-бам. Макака прокинула. Грустно. И все, оп, золотая. Золотая нам плевать, в принципе. Нам надо отдавать ее просто, чтобы почистить стол куда-то. Например, вот так. Так, 4. Еще один меч, и все. И мы доделываем третий, получается. Все будет четко. Да, он решил уже сразу в фулл-стол выйти. Почему-то я не верю, что он успел бы раскачать за такое время стол. Ой, амулет роста. Все, вот наш третий. И можно уже делать вот так. И убрать ловчего с точки. А, точняк, там же еще озарение. Там же еще озарение будет. Все, вопросов нету. Так, 4, 5. Все, 5 ловчий, нормально. Призыв 620. Какая-то 4-я волна. Можно нажать. Нормально. Третья золотая за игру, поэтому просадки пока даже не чувствуем. По тем шаманам, которых он кидает. Так. Четвертая, отлично. И 8 ведьм. Урон сколько там? Белый, сложно видеть. Будем смотреть по критам. Криты будут вылетать в районе там в конце, по идее, 50 миллионов. Я максимально разгонял с ведьмой. Но это опять же надо много мечей. Много стаков мечей нужно. И желательно, чтобы он нам тоже свои красненькие не кидал. Чтобы он стол выставил и все, и сидел. Потому что у нас куртка на скорость. Он на 8-й русалке. А этого прям не хватит. Блин, ну опять не дает. Вот. Так, отлично. Хорошо. Так, и темный священник. Кого? Кого, братуха? И вот ровненько два кармана, летят мечи. Как
такой же стандарт. Все, подставляем мечики. И можно потихоньку прожимать. Все равно ничего не качается. Зевса можно жать смело. Обычно я зевса не жму, чтобы не застакиваться и раскачивать стол самому. Но тут без шансов. Тут он не хочет качать ничего. Ну вот, уже неплохой урон начинает лететь. Тык. 17 стаков, блин, это маловато. Там ребята, я видел, и по 100 умудрялись копить. Но я не знаю, как. Это надо, чтобы такой рандом, чтобы так везло. И какой-то посох брать, чтобы 100 стаков накапливать. Потому что если 100 стаков, то да, урон там вообще классный получается. У меня максимум получалось в районе 60 копить. Так. Хорош. Вот, стандарт по мечам лупит. Надо еще одна золотая. Спасать третий меч обратно этот. Так, так. 9 дряд. Манапы. И все, вот уже 200 тысяч белого урона я там вижу. Потом начнем прожимать зевса еще и на боссов. И там прям распил будет знатный. Не такой, конечно, как у монаха. Но мы за счет сплэша должны его на волне выиграть. Отлично. Да, без золотой. Последний манап потратили, золотая не выпала. Так. Сейчас, в принципе, можно прожать. Может, кто-то еще прокачается. О, отлично. Даже вдвоем прокачались. Ну и все, начинают лопаться боссы, они так и будут лопаться. Аккуратненько. Так, вторые не хочу соединять, потому что третий получится. А вот первое можно, сейчас если что-то выпадет еще из первых. Первое спокойно можно будет подсоединить. О, все, отлично, сюда его. Тых, 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 тых. Красота. Все, 21 стак уже где-то есть. Можно собирать дальше. 14 стаков ведьмы. Еще четвертый ловчий. Ну и да, говняна копится. Рано или поздно мы же все равно застакаемся. Главное хотя бы ведьму, наверное, раскачать. Надо как-то взять себя в руки и отдавать орликинов только в мечи. Чтобы ни во что другое они не шли. Вот, вот, хороший распил. Хотя он же нам будет помогать своим карманным. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, это мы отдадим ведьму. И первый мечик. Желательно. 37 стаков у него уже. По вещам все максимальное. Раз, два. А, ну все, два. Два с 10 глазами. Нет. Не верю я, что он справится, что он нас победит. О, стоять. Это неплохо. Это действительно неплохо. Это мне надо. Тык. Все, отлично. Точки наши раскачаны. Осталось выйти в стаке. 22, 13, 17. Ну, короче, ужасно. С мимом намного лучше копить стаки, но ведьма ловчи дают больше урона. Поэтому я все-таки решил выбрать их. Ну вот, вот, одни красные. Красные, потому что если вам падают красные, вам ни хрена не дает. Ну, это, блин, такой рандом. А мне ничего кроме красных не падает. Мне только красные лупят. Ужас. Вот и как копить тут что? Ну, хорошо, еще одна ведьма. Ой, поехали. Нормально. Нормально. Это сюда. Этих братух сюда.
Он еще и лагает почему-то. Он очень сильно лагает. А мечей нету. Где меч? Игра? Пожалуйста. Вот меч. Так, выбираем. Добавим ловчего, потому что маленькая просадочка идет. Так, вот еще меч. Копируем, копируем. Один только синий. Один. Ну, смотрите, мы обязаны это шотнуть. Сетки легли нормальные. Вот, две сетки. Просто бредятина. То есть Кицуни мы развалили нормально, а на трибунале братухи решили отказаться бить. Почему нет? Почему нет? Так, еще 7 стаков. Пауэрбана там 54 стака уже. Но я все равно надеюсь, что будет просадка. Не верю, что он постоит. Оп, хорошо. Ну, ребята, ну, как, ну, что я могу сделать? Что я могу сделать? Все, ну, красные, все красные. Просто бредятина тупорылая. Все красные мечи. Неадекватные. Так, здесь неплохо. А здесь что, как будто зев закончился. Меч. Отлично. 5 миллионов. А, показалось. 4 миллиона мобы идут. То есть скоро монах должен, по идее, начать проседать. Мы пока там с горем пополам что-то куда-то кого-то держимся. Это я бы убрал, наверное. И вот это нахрен бы убрал. Просто чтобы освободить место. И постоим. Воткнуть бы как-то еще призывателя в эту колоду к мечу было бы вообще отлично. Потому что вот здесь чисто не хватает душки. Вот у меня просто почему-то крит не вылетал. То есть вот сейчас 300 миллионов очень легко отлетели. А у того типа, у первого, вообще урон не шел. Тоже гениальная тема. Так, этого сюда, этого сюда. И надо срочно скипнуть вот этого братуху. Это мы почистим. Блин, он еще лагает. 34. Идиот. Урон хороший. Стакиваем. Вот, отлично. Это хорошо. Раз, два. Вот, вот, все. Отличные сферы пошли. Хотя бы 36. Полтосик вылетаем, я уже доволен. Нужно, чтобы ловчие докидывали. Пудинг. Вот, неплохо. Сейчас мы его еще и подстанем. Хорошо. Да, все, чикает его. И начинаются проблемы. Начинаются проблемы. Я знал, что примерно где-то вот на такой волне ему уже все, пипяу будет. Там еще и гроссмейстер выйдет, соединит. Мне главное, чтобы он у меня никого не соединил. У меня тоже достаточно ребят, которые могут соединиться. Так. Отлично. Еще сферки. И как будто бы надо достакать ведьму. Достакать ведьму, выставить ловчих. Ведьма есть. Сейчас чисто ловчих. И можно побеждать. О, темный священник. Надо придержать глаза. Три ловчих, я думаю, нам хватит. Надеюсь, не рано прожал. Сетки вначале легли. Поехали. Хорошо. Все, ему соединяет что-то. Ломает. Мечи нам не закидывает. Поэтому лечить даже ничего и не надо. Так, а нет, все-таки попало, слышите? А чё так? Ну все, подожди, дай отхилиться.
Давайте еще ловчего. Пожалуйста. Да ну нет! Ну какой там шанс? Мне сейчас располовинит весь стол. 35% игра, ну не надо. Он решает ведьму полечить вместо меча. За что огромное спасибо. Ну может сейчас. Может сейчас. Ну. Ну кого? Ну кого? Два чистых. Все, стандарт началось. Просто руина. Это порылое контрзаклятие. Вот лучше бы чикнуло, я бы вообще не расстроился. Пускай бы чикнуло этого бездаря. Нормальный стол, нормальный стол. Одобряю. Мечи вообще огонь. Сейчас. Ну вот, видите, это прикол. Это пранк. Меч, дай меч. Почистить что-нибудь. Походу нет. Раз, раз. Не-не-не. Без шансов. Не хочет. Ни в какую. Категорически отказывается. Главное без бедлама. Там пудинг, там полечимся. Хорошо. Прокнул какой-то высокий крит. Даже этого не ожидал. Сейчас должны полечиться. Я думал, не залетит. Я думал, оно не залетит. Но он живет пока. Что-то он там кому-то еще глаза набил, стало полегче. Да уж, да уж. Классное очищение, мне очень нравится, всем советую. Ну, братуха, ну что с тобой, слышишь? Погодите-ка. Давайте вот так сделаем. Т7 ловчий лишним же не будет, правильно? Все остальные пацаны у нас прокачаются. Меча, меча, игра, меча, ну под конец. Ну надо меч, ну, даешь. Ну и все, отлично, мы защищаем. 10 миллионов мобы. Поехали, Зевс. Одна сетка упала, все, две сетки пошло. Кого? Как то брать? А, не успеет, да? Или успел? Нет, не успел. Так, гроссмейстер. А, вирус. Не, все, вируса пропустили, походу. Походу, да. Что брать? Если так. Чисто пошотить мобов. И вот так. И очистка, урон минимальный какой-нибудь перед гроссмейстером. У нас два шестых меча есть, которые он может соединить. Нет, повезло, дриаду. Дриаду соединил. Вирус руина максимальная. Еще один вирус, но я не знаю, какая-то душка. Так, надо постоять немного. Чтоб оно не расходилось. Наверное. Я даже не знаю, что соединять. Это нахрен. Чисто, чтобы скипнуть вирус. Но дальше темный. Эти мечи пойдут на очистку, если мы убьем бедлама каким-то чудом. О, синие мечи, вау! Вот это вы вовремя, друзья. Десантировались ко мне. Так, ну, блин. Главное, чтобы дриада не качнулась. Четвертая. Лупаните его, хорошо. О! Что, победа? Ну что, дружище? Это жизнь. Это хардкор. Что там? Почти 50 стаков накопили. Его крутануло. Ну, блин, было опасно. Было максимально опасно. Но у него куртка, видите, не попадает ни в какую фракцию. Если бы там была куртка на ману, просто на куканили бы нас.
неплохой соперник относительно с восьмой русалкой. И не 15-м призывом. А у нас колода, ну, можно сказать, фуловая. Не хватает только ведьмы. То есть меч как бы стоит 40, вот эти Б, которые мы простояли. Но если, типа, взять там 15-го призыва, куртку на ману, это будет настолько быстрая игра, что вы будете в шоке, что-то в районе там 6 Б максимум. Потому что ПВП, когда мне просто меня куртка на маму попадается, все, куртка на маму. Максимально осуждаю. Вот. Поэтому как-то так, по талантам вот этот стоял очищение, но как будто он вообще никого не чистил. Либо это баг какой-то, либо что. Ведьма чисто урон, дряда тоже чисто бафы. По шмоткам куртка на скорость. Если бы у нас не было куртки на скорость, мы бы его не задушили и, наверное, через пару волн сами бы чукнули. Поэтому как-то так, вот такой у нас меч. Мне пешка нравится, именно ДД меч. Но играть особо некомфортно. Проще тем же монахом или пандой лупиться. Или на крайняк уже робота с щитами. Поэтому так как-то, друзья. Спасибо за просмотр всем. Чем сыграть в следующем протестить, обязательно пишите. Какого-нибудь робота с часами, робота там, не знаю, с ловчим тоже, с ведьмой. И будем все это дело тестить. А я погнал. Все, всем удачи и пока.